Обретем крылья. Hey, boy. Что меня манит? Полет. Hey, boy. When we first met on the funny bus, and it was Halloween. You know what I mean. Еще будет у нас один день свободный под этим шоу. Сейчас едем в нашу церковь. У нас утром был выбор пойти на бесплатную экскурсию или в церковь. Мы решили в церковь. Очень охота увидеть наших братьев. Обалденная обстановка, невероятное ощущение. Здорово, включи к плану. Thank you.
только эти ребята захотели за мое участие в сборе, такой звезды, как я. Они захотели 2000 рублей. Пришлось посопротивляться и 200 всего лишь дать. Как вы думаете, что это? Это суровый женский туалет на крупнейшем ночном маркете. Стоит 10 рублей на наш. Вот такой пропуск будет жесткий. Большие кокосы по 25. Вот он, наш, это 50 рублей. Поп-поп, приносок. Yes? Да. А вот тут обратите внимание, стоит настоящий Евген, а на пальме настоящий кокос. Настоящий Евген, кокос. Доброе утро в Паттайе. Начинается с грудки на гриле, манго. Потом можно пойти чуть-чуть в бассейне полежать. Доброе утро. Нам же моря мало. Нам мало моря в Геленджике. Мы приехали сюда зачем? За морем. За тайской водой. А мы сейчас будем садиться на лодочке и плыть на плавучий рынок. Вот плантация с кокосами, где они лежат упавшие. Тигриной пещере вы видите монах. Созерцает. Он непоколебимый. На фоне него можно делать все, что угодно, но он не шелохнется. Вот он, местный фитнес. Аэробика.
то ступенька. Он видите, Евген ножки разминает. Сейчас поднимаемся наверх. Многие видели больших бут спереди, а кто-нибудь видел сзади их? Вот такой у них зад. Удалось зайти за него, увидеть его целиком. Площадка, куда мы сейчас сядем, на слоника, покатаемся, а потом будем купаться. Садись. Так. Теперь я садись. Папа. Мама Люба. Это вообще самое крутое пока что за поездку, что было в моей жизни. Это невероятно под собой ощущать такую мощь. Это просто. Это девочка. Она очень послушная, очень крутая, очень нежная, теплая, в меру волосатая. Надеюсь, что жена моя не любит. На восторге. Мне этот чудесный мальчик сделал такую шапочку шикарную. Вообще, гляньте, какая красота. Это очень здорово. От семьи непосредственно. Так что вот такое вот интересное местечко. Давай, ой, тягусь. Ой, хипус. Ой, моя хорошая. Да, сразу поняла, что альфа-самец. Какая милота. Это же милота при милота. Хали мне ручкой. Эй! Плавились по реке, сейчас идем в наш номер. Уставшие, довольные и счастливые. Да, с видом для фото просто миллиард. Да, тут локаций очень много классных. Ну, любимая, покажи наш номер. Очень уютные дизайнерские отельчики. И милые, вот обратите внимание на эту стойку в кровати. По нему так покажу. Очень много таких, знаете, самобытных кабинетов. И там видят длительные отели. И главное, ты посмотри, какой на реку Кван.
делают на соке сахарного тростника по старой технологии. Что ты кушаешь, любимая? Натуральное кокосовое мороженое. Он переползает из холодной реки. Вот сейчас в это здание мы пойдем. 309 метров высота. И поднимемся на смотровую площадку. Мы с вами туда поднимемся на 19 этаж, вы уже посмотрите. Ушки заложила пук-пук, чувствую. Не, пук-пук не надо. Пришли на обед на 83 этаж, с которого виден весь Бангкок. Сейчас будем кушать и смотреть на него, наслаждаться. Высота, конечно, изумляет. Но шведский стол должен впечатлить больше. Самые высокие точки зданий, самого высокого здания с обзорной площадкой. Вот такой вот он, центральный район. Вон там мы были, наверху, на самом верху. У-ху! Бангкок. С Ромали фотографируется. Думает, что он индийский посол. Посол. Куда ты посол? Все, посол. Обязательно породистые глисты. Красавчик Стас. Акула. Как-то вот не страшно, когда вы за стеклом. Как-то не боюсь. Обычная столовая. Сейчас у нас начнется шоу с вот такими вот прекрасными девушками. Очень, очень красивыми. Восхитительное было шоу, просто невероятно. Снимать на камеру нельзя было, и это понятно, оправдано. Каждый должен приехать это увидеть. Просто чудесные изменения на сцене, по всему залу, река посреди сцены, водный мир, танцы, звуки, вспышки, летающие актеры. Это действительно надо видеть. Да, любимая? Вообще круто было. Вся Мирамид.
Работаем на камеру, молодой человек. Вот он, символ всех любителей релакса. Да, причем много еды ему не надо. Ой, ой, красавчик. Какой красавец. Это не камера кверх ногами, это он. Баскетбол. Баскетбол. Ой, я попала, ням-ням-ням. Сейчас я вам расскажу, насколько важны бананы в рационе любого млекопитающего. Видели, как надо? Так, еще разочек. Ну, ты какой. Даже вам представление. Данира? Кормить слона это особенное удовольствие. Оп, оп, раз, два. Привет, подружка! Сбежала. Положиться, он взял. Ты меня укрышку сделал. Давай, смотри, как он хочет. Я вот так вот, нет, вот там. Глянь, как он упрашивает. Хочешь засунуть? А, я боюсь тебя. Давай, давай. Ой, я смотрю. Сейчас. Тут есть интересный фрукт, который похож на дезодорант для подмышек. Просто нет слов от кайфа от этого. Мы на территории буддийского храма. Толстенькие, пузатенькие, там символ благополучия с древних времен основания буддизма на территории храма и монастыря всегда мог укрыться любой преступник и переночевать любой путешественник. Так же самое и сейчас эти традиции сохранились. Здесь можно и переночевать, и по.
далеко на юг, вглубь города. Здесь нет вывесок на русском языке. Это явный показатель того, что этот район для местных. Купили рыбку, жареную на соли, которая тут прославленная. Кушаем. Посредине ночной улицы, в центре города, встречаем, как на Калифорнии Бич, открытый тренажерный зал. Сейчас пройду туда, посмотрю, что там за тренажеры, но уже видно, что люди работают. Вечерняя жизнь оживает. 10 вечера, все только начинается. Девочки красивые выходят на улицу. Декабря. Всегда хотел ощутить лето под Новый год. Это очень круто. Мой муж решил сбить кокос. Очень амбициозные планы у моего супруга. Она идет сбивать. А, там кокосы. Сбила. Сбила. Где он? Где он? Класс, малюткин, добыча. Ну как тебе твой кокос? Это ж твой, который ты сбила. Шикарно. Вкусно? Да.
сейчас мы пойдем на шоу с трансвеститами. Для них построили специальный колизей по тай-шоу. Там будут эти впереди. А вот эти леди-бои перед началом выступления вышли, чтобы на них посмотрели. В Таиланде их около двух. Остаются мужчинами. Однополые браки в Таиланде запрещены. Поэтому... quanto manca il sole se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.